Бельгийские правоохранители разыскивают третьего подозреваемого в совершении теракта в брюссельском аэропорту. Его фото уже публиковали все местные СМИ. Полиция проводит обыски, допрашивает свидетелей. По неподтвержденной информации по делу уже задержаны несколько человек. Напомню, ранее стало известно, что полиции удалось обезвредить в авиагавани третью неразорвавшуюся бомбу. Информацию о том, что взрывчатки на месте трагедии могло быть больше, правоохранители получили благодаря таксисту, который подвозил предполагаемых террористов. Напомню, сегодня в Бельгии второй день траура. Наша страна скорбит. Для всех нас день 22 марта никогда не станет прежним. Сломанная жизнь, глубокие раны. Эту боль чувствует вся страна. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близких и кто был ранен в результате отвратительных и трусливых нападений. На эту угрозу терроризма мы будем продолжать отвечать вместе с твердостью, спокойствием и достоинством, храня уверенность в себе, которая является нашей силой. В результате серии взрывов в аэропорту и метро погибли 34 человека и еще более 150 получили ранения. После терактов в Бельгии страны одна за другой повышают меры безопасности. В аэропортах, на вокзалах и на границах введен дополнительный контроль. Ряд авиакомпаний прекратили полеты в Брюссель. Госдепартамент США призвал американцев и вовсе воздержаться от поездок в Европу.